Омичам запретили жарить шашлык. Накануне начальник ГУМЧС России по Омской области Владимир Корбут объявил, что в связи с особым противопожарным режимом омичам запрещено разжигать мангалы на дачах и во дворах домов. В МЧС утверждают, что жарить мясо можно только в специально оборудованных зонах. В условиях этого пожарного режима вообще где-то можно готовить шашлыки или нет? Или у нас вообще везде сейчас запрещено? Ну, на всей территории Омской области. То есть вообще нигде нельзя разводить огонь? И даже леса посещать нельзя. И даже леса посещать нельзя? Да. Противопожарный режим у нас до 4 июня, запрет на посещение лесов пока до 26 мая. Добавлю, нарушителей ждет штраф 4000 для физических лиц и 400 тысяч рублей для юридических. Отслеживать любителей барбекю будут с помощью дронов. Сейчас лето, можно собраться с друзьями на природе, то есть пожарить мясо. Сейчас же это возможно, только заплатив штраф. Вроде своя собственность, делаю, что хочу, моя земля. Но в итоге как получается? Я могу там заниматься всем, чем хочу, кроме как жарить мясо. Но это очень странно, очень глупо, я считаю.